Вот такой наш отель. Dream World Palace. Мы приехали с моим мужем в отпуск в Турцию. Будем отдыхать 10 дней в этом отеле. Буду вам показывать, рассказывать все о нем. Понравилось нам или нет. Может, кому-то понадобится такая информация. Это Тома Фок на своем канале. Оставайтесь с нами. Thank you.
Это наш пляж. Это лежаки. Очень мелкий песочек хороший. Сзади остался снэк-бар. Там можно пообедать хорошо. И целый день напитки там. Это уже на пляже. Сейчас покажу вам, какой пляж, какое море. Очень плавный вход в море. Очень удобный. И мелкий-мелкий песочек. Сейчас пойдем с вами. Людей еще совсем мало. Коля выбрал лежаки, где нам удобнее будет загорать. А мы пойдем с вами к морю, подойдем. Такой длинный штранд, не прямо, прямо у самого моря. Лежаки стоят. Есть где погулять с детьми. Вот. Вот столько вот места до лежаков. Здесь люди катаются на парашютах, на матрасах, на бананах. Вот сегодня такое море. Сегодня немножко камушки какие-то выкинула на берег. Вода очень теплая. Градусов, наверное, 28-29 вода. Очень приятная. Там уже другой отель. Вот этот пирс, там тоже лежаки, люди тоже загорают там. Сегодня шестой день нашего отдыха в Турции в отеле Dream Hall Palace. Вот такое сегодня море. Водичка очень теплая. Градусов 29. Просто не хочется оттуда выходить с воды. Вот здесь вот у берега она немножечко, конечно, от песка мутная. А чуть пару метров, она, конечно, очень чистая, хорошая. Людей еще мало. Сейчас 8 часов утра. Некоторые еще на завтраке. Поэтому лежаки еще, можно сказать, пустые. Но мы уже с утра пришли загорать. Сегодня немного тучки. Ну, так и было по прогнозу, что сегодня будет тучки. Очень нам здесь нравится, и еда вкусная, и в отеле все хорошо,
и есть где пройтись погулять. И развлекательные программы у них хорошие. Каждый день анимация или концерты, или какие-то представления. Очень хорошо и интересно. Понравился нам отель. Так что, кто хочет поехать отдохнуть, можете взять на заметку.